Больше полумиллиарда рублей выделено для развития Белохлуницкого и Луцкого районов. Это предусматривает соглашение, которое сегодня подписали губернатор Никита Белых и генеральный директор фонда развития моногородов. Цель документа – создать необходимую инфраструктуру. За счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов отремонтировать дороги, водопровод, канализацию, очистные сооружения для того, чтобы привлечь инвесторов, а еще создать новые рабочие места, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. И в Лузе, и в Белохлунице уже есть несколько инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для того, чтобы создавать такую инфраструктуру, надо понимать, какие конкретно проекты, там, какой мощности, какой специфики и где конкретно локализованы будут там производиться, то естественно, то есть там, первым ключевым вопросом является наличие там, конкретных как бы, проектов, защищенных, утвержденных, там, прошедших многократное согласование, да, то есть, поэтому считается, там, без проектов таких, там, такие документы бы не подписывались в принципе. Во главу угла все-таки ставятся инвестиционные проекты, далее фонд обеспечивает эти инвестиционные проекты инфраструктурными объектами.